Доехали до зоопарка. Тут проблемы с парковкой в выходной день оказались. Реально мы кружили минут 15, потом поехали в сторону выезда. И там вдоль дороги только запарковались, потому что на парковке все было забито. Это информация о том, сколько стоят билеты. Сейчас пойдем гулять. Куда? В сторону озера. Там какое-то озеро. И дальше, может, по парку посмотрим, что там. Если будет что-то интересное, поснимаю. Тут, в общем, в зоопарке есть фишка, что можно покупать membership. Это членство, ну, членскую карточку. И, типа, она действует целый год. И можно покупать семейный, семейный плюс. Там senior 65 plus. Это, типа, для дедушек, бабушек. И individual plus, это типа один взрослый плюс ребенок. Ну и вот, короче, то, что нам подходит, это типа family, 149 баксов в год. И там входит посещение зоопарка в течение 12 месяцев, что там какой-то эксклюзивный вход, можно один раз в месяц, в начале, в первую субботу месяца зайти на час раньше. Ну, еще всякое лабудень. Ну, вот такое вот интересненькое. Короче, когда узнаем про скидку от работы, то попробуем, может быть, купим со скидкой этот membership.